Всем привет! Вот такая газовая плита Церсанив, Цезарис, вернее. И на ней проблема полетела пьеза. Заказали вот такой блок для поджига с AliExpress, буквально там за 200 рублей, ссылка будет в описании. Ну и теперь меняем его. Здесь все просто снимается, откручиваются болты, снимаются конфорки. И в дальнейшем вот эта штука поднимается. Ее фиксируем и устанавливаем на место блок. Блок стоял вот здесь. Подключаем к нему все провода. Вот таким вот образом подключаем. Вот здесь вот две буквы L и N для подключения провода. Синий в N, красный, соответственно, в L. Ну и дальше прикручиваем на свое место и проверяем, все ли работает. Вот это, кстати, старый модуль. Сломался буквально при первом дне эксплуатации плиты. В чем причина, непонятно. Я вот его здесь пытался разобрать. Ну, короче, он не работал. Ну вот, друзья, как видим, уже стоит новый модуль. Ну и здесь все работает. Тут газ поджигается. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ссылка на модуль в описании. Всего доброго.